пластинка. Это такой как большой диск, и он помогает слушать музыку на граммофоне. Пластинка – это дядя из нас пластинку, первую пластинку. Пластинка – это как диски, только более старого образца. Пластинки делаются из винила, но не путайте с ванилином. Ванилин в булочках. Это такой диск, который только летит. Ну и будьте аккуратнее, а то шишка будет на голове. Как у меня большая.